Всем привет! Я рада приветствовать вас на моем канале «Уютный мир игрушек Амигуруми». Меня зовут Катя. Сегодня я хочу вам рассказать про свой заказ, который я уже начала делать, какие процессы у меня идут, и полностью успеть связать заказ в короткое время и отправить уже заказчику. Заказчик у меня заказал 6 погремушек. На данный момент у меня связано только 2. Две зайки веслоухих, я их часто вяжу для заказа, и как ни странно, точнее даже может быть необычно, вот эти вот зайки очень полюбились в столице, то есть девушка постоянно их заказывает и разбирает их в первую очередь, что меня это очень радует. Вот, они связались из пряжи Cotton Gold, это кремовый оттенок, здесь у нас получается оттенок 382. Долго зацикливаться на пряже я не буду. А воротнички, щечки и бантик связаны из пряжи Yarner Jeans. А дальше я вяжу две игрушки, две зайки, только уже с ушками вверх. На данный момент связалась только одна. Пока свяжу две основы и потом уже буду делать воротнички. Попросили сделать воротнички в розовых оттенках, только чтобы палитра немножко отличалась. Фиолетовые оттенки заказы не особо берут, поэтому девушка заказала только одну зайку для наличия. В основном все зайки с воротничками должны быть в розовых оттенках. Также две погремушки должны быть в заказе, это два олененка. Ну, они еще под вопросом. Этого зайку я вязала из пряжи Yarner Jeans, оттенок номер 73. Пряжа хорошая, вяжу крючком все номер 2 и, конечно же, отличается. Cotton Gold меньше идет, чем Yarner Jeans. Так вот. Также я использую буковые колечки. Это размер 55 сантиметров. Это мой стандартный размер. Мне не очень нравится. И все погремушки у меня, которые есть в мастер-классах и для заказов, я делаю диаметром 55 миллиметров. То есть 5,5 сантиметров, говорилось. А также погремушка внутри. Это у меня киндер. Киндер я разрезаю напополам. Внутри у меня две бусинки обычных размеров. 2-3 я так ложу и просто немножко зажигалкой подпаливаю по краям. Раньше я обклеивала скотчем, вот так вот полосочки. Но зажигалочкой будет, конечно, проще и легче. Вот. Звенят они очень хорошо, то есть тоже очень... То есть заказчику тоже очень нравится, какой звук у них идет, потому что у покупных погремушек очень звук как бы тихий, а если еще холофайбером ее внутри закрыть, то совсем звука не слышно. По крайней мере, сколько я вязала, диаметром 2 сантиметра погремушка покупная из Алиэкспресса, то звук у меня совсем никакой был. А самодельные погремушки, они очень звучные. Вот так вот. В принципе, меня... Пока процесс устраивает, я успеваю. Хочу быстренько доделать этот заказ, чтобы его потом не затягивать. Так, а дальше я начала процесс по своему мастер-классу томитажного мишки. Я успела связать две ручки. И в процессе у меня создание мордочки. Вяжу я из пряжи Alize Lana Gold Classic. Это пряжа более тоненькая, чем Alize Cotton Gold в 2 раза. И мне очень комфортно вязать с этой пряжей. Вяжу крючком 1,75 обычным китайским. Мишку я вяжу по мастер-классу Зайка плюс Мишка. Это одна схемка в стиле винтажных. И у меня в планах довязать мишку, отсфотографировать фоточки новые сделать и немножко обновить свой мастер-класс. В мастер-классе у меня нету, что я делаю ушки, тонирую, нету, что тонирую глазки и бровки. Хочу это все описать в мастер-классе и выпустить его уже в новом формате с новыми фотографиями. В мастер-классе в первом у меня идет по созданию игрушки из пряжи 100% шерсти, но очень много людей, кто не любит шерсть, они с нее не вяжут. Я выбрала более такую подходящую пряжу. Здесь идет состав акрил и шерсть. С нее вяжется очень легко, никаких сложностей нету, и получаются вот такие вот игрушки очень милые, особенности в оттенках. Этот оттенок мне тоже очень нравится, и зайка прям очень красиво к нему смотрится. К этому же мастер-классу идет в бесплатном доступе платьюшко и шапочка.
Вот. Ну, конечно же, я пойду дальше вязать. На сегодня у меня все, и встретимся уже завтра. Я вам покажу, надеюсь, покажу все готовые погремушки, 4 штучки, и хотя бы часть вязаного мишки. Все, до завтра. Вроде как хочется снимать вязальный влог, но все равно какие-то кусочки жизни попадаются на видео. Это, знаете, даже как не то, что хочется поделиться, что я тут готовлю, а есть такая необходимость, чтобы видеоролик хотя бы был 10 минут. Как бы не хочется снимать того, что... Точнее, не хочется снимать двухминутное видео, там, трехминутное видео, хотя бы чтобы полноценно получалось 10 минут. Поэтому приходится немножко выкручиваться с домашними хлопотами. Вот. Смотрю, вот тут «Однажды в сказке». Правда, звук отключила, чтобы он нам не мешал. И пойду сейчас вязать. Ладно, борщ будет готовиться. Встретимся уже с вами за рабочим столом. Так, ну, на готовке борща я не остановилась. Да, у меня здесь партия готовится сосисок в тесте. Что-то фокус не ловит. Все, тесто готовое. Такое же тесто, как и я делала пирог мясной. Вот сосиски. И там же в духовке у меня такой вот кренделек с вареньем внутри. Тоже жду, пока приготовится. Привет! Вот, в общем, и... У меня тут такой рабочий процесс. Сейчас мы с заказчиком определяемся, какие оттенки мы выберем для воротничков, вот для этих зайчиков. Вот, второго я еще пока не начала, но сегодня, думаю, вечером успею связать и жду, что мне ответят. Вот, и мы надумали, что оленят мы вязать не будем, точнее, заказчик надумал, что оленят вязать не надо, она выберет еще два дополнительных зайчика и скажет, какие оттенки. А это все-таки оттенки розовые, пудровые я отобрала, чтобы сделать воротнички. Но я думаю, что будут выбраны какие-нибудь такие бледные оттенки, ближе к пудрому, потому что, судя по другим заказам, мы такие оттенки всегда выбираем. То есть нету яркого ничего. Вот. В общем, я буду ждать ответа и буду вязать. А здесь у меня еще небольшой процесс. Я довязываю голову для мишки, которую я вяжу. Вот у меня этот кусочек. Уже начинаю закрывать голову. И думаю, вечером тоже оформлю ее. Вот, и начну туловище уже в новом не вязать. А сегодня полностью займусь погремушками. Так, ну, в принципе, мы определились. Немножко не угадала с оттенками, что заказчик выбрал. Она выбрала вот такой вот оттенок. Это один из любимых, номер 65. И розовенький воротничок будет оттенком 42. Так, это две зайки с воротничками вот такого плана. И потом еще пятого зайку мы определились, будем вязать тоже с длинными ушками из Cotton Gold. И шестого сейчас тоже ждем. Ну, пока я начну уже работать, и вы сможете увидеть мои готовые работы уже завтра. Так что всем до завтра и пока. Так, ну что, друзья, всем хорошего настроения. Я закончила свой заказ и хочу вам показать уже полностью сформированные погремушки и какие они у меня получились. Все оттенки палитры погремушек выбирал заказчик, поэтому нам нужно было выдержать все пастельные бледные тона. И я думаю, я справилась с этой задачкой. Давайте посмотрим, что же у меня получилось. Вот такая вот красота у меня из 6 погремушек уже связана. Каждая игрушка индивидуальна, каждая игрушка не похожа друг на дружку. И получается, давайте я вам расскажу, какие размеры. С длинными ушками погремушка выходит около 17 сантиметров. А маленькая погремушка ушками вниз примерно 11-12 сантиметров. Вот. Здесь пряжа вся Yarner джинс, кроме двух зайчат. Точнее, трех. Раз, два, три. Они вязались из Cotton Gold. А остальное все Yarner джинс. Также и бантики. Вот. В игрушках у меня по самодельной погремушке, которую я делаю из киндеров. Звенят они все очень хорошо, звонко. Вот так вот.
в принципе, все показывать не буду. Результатом я довольна. Заказчик уже оплатил денежку, и в понедельник я уже буду отправлять на почту. Сегодня я соберу заказ, упакую в пакетики и буду уже отправлять. Весь заказ я формирую онлайн на почте. И все. Просто пришла, отдала посылочку, и не надо стоять в очереди. Вот. В принципе, своим результатом я довольна. Мне очень нравятся погремушки. Связались они на одном дыхании очень быстро. Так, ну что, а еще один процесс — это мишка. Он у меня еще в процессе. Пока я показывать вам не буду, я уже лучше вам покажу в новом видео готовый результат. Так что на этом этапе я, наверное, буду с вами прощаться. Мой вязовлог сегодня заканчивается с готовым заказом. И все. Так что, если вам понравились мои погремушки, мой заказ, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте, я постараюсь на них ответить. Все, всем хорошего дня и пока-пока.